То, что власть уже 2 года уходит от ответа, говорит о том, что виновные в том, что произошло, в том, что своевременно не принимались решения, а те решения, которые предпринимались, зачастую носили преступный характер, игнорировали данные разведки, реальные обстановки, доклады подчиненных. Так вот, виновные во всем этом, они сегодня во властных кабинетах. Это военное и политическое руководство нашей страны, к большому сожалению. Я абсолютно уверен в том, что ответственность за это наступит. Может быть, не так рано, как хотелось бы, но наверняка. Я не уверен, что это произойдет при нынешней украинской власти, но при следующей точно все виновные будут отвечать перед судом. То процесс тормозится намного выше на улице Банковой. И я это берусь утверждать, потому что когда работала наша следственная комиссия, давление исходило именно оттуда. Это давление осуществлялось и на членов комиссии. Я разговаривал с прокурорами, которые, по крайней мере, в тот период времени расследовали параллельно с нами Иловайскую трагедию. Они мне тоже говорили о давлении, которое они испытывают, и о том, что над основными фигурантами Муженко, Назаровым, Гилетеем, ну, раскрыт такой своеобразный политический зонтик. То есть они стали неприкасаемыми. И со слов вот этих следователей прокуратуры, я почти дословно их приведу, они говорят, что никогда в истории Украины министры обороны или начальники генерального штаба не вели себя так по отношению к следствию прокуратуры, как при расследовании Иловайской трагедии. То есть они вообще абсолютно игнорировали это расследование. Я не думаю, что что-то кардинально изменилось сейчас. И поэтому я уверен, что расследование по-прежнему находится под давлением, под политическим давлением. И именно поэтому мы вместо реального открытого процесса все время слышим о всяких анонсах, о том, что вот-вот будет, не знаю, очередная сенсация какая-то. Нам не нужны сенсации, нам нужна правда, и мы хотим увидеть виновных и понять, как они наказаны. Не дать замолчать эту трагедию, и это задача каждого из нас, каждого журналиста, каждого средства массовой информации и просто каждого гражданина. К большому моему сожалению, ну, была надежда на тех комбатов-депутатов, которых страна поддержала, и они пришли в парламент, и я очень рассчитывал, что эти люди поднимут в парламенте вопрос о возобновлении работы Следственной комиссии Верховной Рады, а она крайне необходима, потому что она не подменяет следствие Генеральной прокуратуры, но задача такой Следственной комиссии как раз не позволить власти увести из поля ответственности, вывести определенных персонажей, которые власть хотела бы спрятать. Но, к большому сожалению, эти комбаты-депутаты, никто из них, еще раз подчеркиваю, ни один не встал и не потребовал громко, не где-то там в кулуарах, а громко с трибуны парламента, не внес от себя проект постановления о возобновлении работы этой следственной комиссии. Это необъяснимо ни с какой точки зрения, ни с человеческой, ни с политической. Ну, вот таковы наши реалии. Должны быть обнародованы результаты расследование, которое ведет прокуратура, и форма такого обнародования может быть одна – это судебный процесс. А для того, чтобы общество четко понимало, кто виноват, если виноват, какова мера ответственности, и, соответственно, в соответствии с этой мерой и должно быть определено наказание.